Правда, что все случается в самое подходящее время. И если что-то не случилось, то это правильно. Например, замужество сбудется, когда самое лучшее время. Вопрос. Ну вот я вам рассказываю так немножко, да, чтобы вы понимали. У нас, в принципе, по природе у каждого есть своя очень серьезная программка. Она заложена, знаете, как прошита. И она резонирует. Вот, допустим, девам по периоду рождения, о себе говорю, вот программка прям заложена зацепиться то ли за, если мужчина, за женщину, условно семья, то ли за мужика. И вот прям насмерть за него держаться, его обслуживать или ее обслуживать, там, ну, в общем, со всеми вытекающими. И это будет без конца до тех пор, пока человек не остановится и не поймет, что происходит. Что происходит? Это во имя чего и вопреки, и почему, и зачем, и как вообще это работает. И работает это у человека с программой. А если, вот, допустим, у нее программа семья, а у другого программа работа. Он из дома, а у нее состояние аффекта. Почему я и удивляюсь? Вы пытаетесь решить какие-то задачки, которые просто длящийся процесс. Но пока причина не будет понята каждым из вас, это вот можно разговаривать на эту тему веками, годами, столетиями, но отрезочки вот эти вот, какие-то отрывочки, подрывочки, они ничего не дадут. Вы просто будете переповторять свои привычные действия, потому что нет объяснения, почему я так делаю. Самое простое объяснение, самое ёмкое, которое на сегодняшний момент присутствует, так делают все. И вот если она дома, а он на работе, а потом ей кажется, что он недостаточно много ей уделяет внимания, и вот как-то не очень ее любит, она начинает его дергать и контролировать, с этого момента семья начинает разрушаться. И если я этого не знаю, невозможно, кого не поставь, потому что следующий другой будет с другой программкой, с другой задачкой. Или она его убаюкает, или он от нее сбежит. Вот вам вся семья. Семья – это люди, разговаривающие, по крайней мере, идущие в направлении разговаривать на одном языке. А программки у всех разные. И если этого не понимать еще раз, то эта программка станет наказанием, дамокловым мечом над головой. И в самый неподходящий момент, когда почти на взлете, когда думала, ну вот все, и слово «все» переворачивает вашу систему, все обнуляется, как карточный домик, и начинается по новой. Люди обычно это трактуют очень классно, говорят, ничего не предвещало. Я даже догадаться не могла, что вот он такой, или что я так поступлю. Вот потому что программка работала. Никто собой заниматься не хочет. Мы почему-то все хотим заниматься другими. Мы точно знаем, мы все любим советовать, что вот я знаю, как тебе нужно поступить. Это самый лучший для тебя вариант. Вот это мама, здравствуй. Или подружка любимая, чтобы не пережить, ночами не страдать, что у нее кто-то есть, а у меня нет. Это вот страна советов наша. Как только вы перестанете слушать чужие советы, они безответственны. Как только начнете, я не знаю, с ручкой, листком или с человеком, которому доверяете, разбираться, что происходит. И это очень непростое. Сопротивление там колоссальное в этом процессе. И если сможете преодолеть, ваша программа само по себе давать начнет вам силу. Кому-то надо замуж, кому-то не надо. Но если в фатальность играть вот в такой степени, ну, очень неприятная история, потому что все равно все, что нужно нам пройти, все, чем нужно справиться, вы все равно для себя это сформируете. Давным-давно доказано, что все, что вокруг вас, это ваша разрешительная база. Каждый позволил себе данный уровень комфорта, данных людей, данную работу, все, что вы имеете, все, что вы носите, все, что вы кушаете, что вы смотрите, чем вы заинтересованы, это вы сами себе создали. И в этом пытаетесь как-то жить, коммуницировать, общаться, что-то делать, творить или ничего жить, и так просто по какому-то там ведому только вам течению плыть. Но или человек развивается, как и все остальное, или он начинает деградировать. Вот степень или плюса развития, или минус деградации и тихой договоренности себе и какому-то, кому-то там сливу, другому о том, что моя несчастная жизнь не удалась так, как я себе придумала,
Так что здесь оставаться в какой-то одной застывшей позиции невозможно. Потому что даже цикл, который вы элементарно простой можете наблюдать, это времена года, их четыре. Четыре задачи у человека, четыре состояния у человека есть. Все по четверочке гуляет. И все равно это будет прокручиваться. Вопрос как и насколько в каждой задачке вы будете останавливаться, цепляться зубками своими там, или еще там что-то, пальчиками, еще там чем-то, чтобы удержать что-то. Нельзя держать, потому что оно все равно убежит, еще резинка по лбу подскочит. Так что нужно развиваться. И кто этим занимается, кто не боится и понимает, что жизнь она одна, и лучше жить интересно, чем абы с кем, абы как, абы где. Вот подумайте на эту тему в предстоящих выходных.